Почти 2 миллиона кубов снега вывезли на полигоны с улиц и дорог Сургута с начала зимы. Местные коммунальщики называют эту зиму аномально снежной и уверяют, такого объема осадков они еще не видели. Пропорционален количеству зимового снега и спрос подрядных организаций, которые занимаются уборкой на улицах. Накануне городские власти встретились с управляющими компаниями, дорожниками и подрядчиками. С 15 марта в городе проходит масштабная генеральная уборка улиц от снега. Вывозить осадки планируют, что называется, до последнего сугроба. В дни сильных снегопадов на улице выводят до 300 единиц техники. Если месяц снег не почистили, понимаете, это не значит, что по предостережению почистили и все рады. Это значит, мы в Жилстройнадзор можем направить материалы, а они могут за нарушением прав, получается, собственника, согласовать неплан по вам. Понимаете? И не просто вы снег почистите по предостережению, а еще перерасчет сделаете. В первую очередь убирают дороги, уже после тротуары и придомовые территории. Работу коммунальных служб могут отслеживать жители города, власти и специалисты жилищного и строительного надзора. Подсчитано, что ежемесячно сургутские исполнители работ выплачивают по 2 миллиона рублей штрафов за некачественное исполнение своих обязательств. В сравнении с прошлым годом число жалоб на некачественную уборку снега увеличилось на 20%. С начала года в службу жилищного и строительного контроля Югры поступило почти 400 обращений от сургутян.